Защитники, Васильев не успел, Легчилин не постраховал. Назад, передача на Хвощинского, ближний угол! Ну, красота же. На мой взгляд, это, конечно, упущение защитников Немана. Посмотрите, что делал Легчилин. Он просто обязан был взять Шамченко. Васильев, пока. Быть может, еще будет один. Вот здесь Васильев не успевал, но ему приходилось уже со спины отбирать. Ну и, конечно, Хвощинский. Внешней стороной стопы. Я еще называю шведой. И, возможно, Сергей Курганский должен был защищать ближний угол. И частично также можно ему было бы предъявить некоторые претензии. Но давайте не будем, потому что все здорово сделали футболисты Минска. Шамченко вот здесь уходит. Хороший ракурс. И Хвощинский, ну, очень здорово.